Мой сегодняшний вес – еще один повод для радости. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня лайками, подпиской и добрыми словами. А вот еще кое-кто, кто помимо меня очень любит покушать. В отличие от меня, он пьет исключительно чистую воду. Очень полезно для здоровья. Всем доброе утро. 3 января 2023 года. Жизнь бурлит в нашем доме, а мне удалось сделать зарядку и сходить в душ. А теперь чашечка, которую подарила моя любимая дочечка, пойдет в ход. Теплая водичка. Это первое, что получит мое тело. Всем хорошего дня. Идем гулять с Чоком. Люди выбрасывают елочки на специально для этого отведенное место. Здесь место, где мэрия забирает все зеленые отходы. Листья, елки и тому подобное. Потом это все идет в переработку. Делается из него удобрение и тому подобное. Завтрак надо заработать, и я его заработала. Прошла почти 4000 шагов с того времени, как я проснулась, сделала зарядку. И вот на завтрак у меня 200 грамм греческого йогурта 10%, 25 граммов смеси из орехов и один мандарин, а также кофе с молоком. Ей! Всем приятного завтрака! Мой перекус после завтрака – половинка паприки. Вот это мой салат на обед. Здесь у меня курица копченая, одно целое филе. Вот это одна палочка зеленого сельдерея. И вот это один мандарин. Сюда еще надо добавить одну ложку греческого йогурта и одну ложку майонеза. А также добавить по вкусу приправу керри, соль и перец. Этого салата мне можно кушать только половинку, а вторая половинка на завтра. Обеденная прогулка получилась той прогулкой, которая не получилась вчера. Мы с Джоком должны возвращаться к ветеринару, потому что у него там еще воспаление в ушке. Вчера мы сделали прививки, а сегодня будут лечить ушко. Прогулка к ветеринару пешком по хорошей погоде, которая у нас сейчас, занимает около 30 минут в одну сторону. И сейчас мы с Джоком быстрым шагом пройдемся. В одну сторону 30 минут, а потом опять 30 минут в вторую. Так замечательно. По движению у меня получается прогресс. Это уже замечательно. Сегодня я снова много слушаю музыки и новостей почти не смотрела. Я молодец, могу себя похвалить. Ну вот, мы пришли. Мы идем домой. Джоку промыли ушки. Туда еще он получил лекарства, которые дома уже не надо мазать. Врач все туда сделал. Теперь ушко у него не будет болеть. Как хорошо. И теперь полчаса пешком домой. Вкусный мятный чай и два блинчика тортилья. И на них лежит моцарелла, кусочки ветчины, лук, оливки и шампиньоны. А сверху листики базилика. Эти блинчики, тортильи были 10 минут в духовке. Духовка переведена в состояние гриля. И вот так вот они приготовились. Не знаю, правильно ли я их сделала. Буду пробовать. Надеюсь, что вкусно и полезно.
Возвращаюсь к чтению книги Брэд Блюменталь «Год прожитый правильно. 52 шага к здоровому образу жизни». В году 52 недели, то есть 52 шага – это один шаг в неделю. Первый шаг, который предлагается сделать по направлению к более здоровому образу жизни – это употреблять больше чистой воды. Я уже в этом направлении работаю. Каждое утро я выпиваю чистую теплую воду. Кто-то может выпить 1,5 литра воды, кто-то 2 литра, кто-то еще больше. Но она говорит, исходите из ваших потребностей. Если чувствуете жажду, обязательно пейте, конечно. И еще она предлагает пить 1 стакан воды перед едой. Тогда желудок наполняется и не так много съедаешь. Это хорошее предложение, этим я буду пользоваться, чтобы меньше есть, а больше напитывать свое тело водой. Вот это первое задание на первую неделю, на котором я буду концентрировать мое внимание, помимо того, что я хочу работать над своим спокойствием и хорошим настроением при помощи музыки. Я не знаю, в какой главе и в каким шагом является прослушивание музыки, но до этого мы еще с вами доберемся. Всем нам желаю успехов на пути к здоровому образу жизни, на пути к вырабатыванию новых привычек. И до встречи в новом видео. Подписывайтесь, если хотите поддержать канал, и ставьте лайки. Буду всем рада. Я рада всем вашим комментариям и всем вашим отзывам.